Это мы на углу улицы Ленина и Карла Маркса. Чудесный дворик, который организовал директор вот этой стоматологической поликлиники, этого центра. Но дворик этим и славен. Здесь много скульптур. Здесь есть вот такие коровы золотые. Здесь есть даже мини-часы Биг Бен. Здесь такой шикарный, уютный уголок во дворе вот этой вот старинной поликлиники, бывшей русско-азиатский. Ну ладно, стыдно мне, что забыл название точно. Русско-американский банк. Русско-американский. Я, конечно, одно время критиковал эти скульптуры, поскольку они, как вы видите, это просто уменьшенные копии. Но, с другой стороны, не будем придираться, ладно? Все это мило и красиво, как говорит народ. А вот если бы они еще били... Кстати, они идут, эти часы, или не идут? Не знаю. Горка. А на площади Кирова, кстати, горку не сделали в нынешнем году. Ну, сделаем рекламу стом-центру. Видите, написано. Стоматологический центр круглосуточно. Что? Это очень приятный сервис, по крайней мере, если у кого-то будет сильно болеть зуб, милости просим. Лабиринт. И много-много скульптур. И много снега. И елочка. О, там еще олени есть. Пойдемте посмотрим оленей. И вот такие вот ангелочки здесь. Снегурочка. Вот одна снегурочка, вот там вторая ходит в шапке. Снегурочка. Вот тут парочка сидит полуголая, целуется. Как же им не холодно-то, бедным, а? Ой-ой-ой-ой. Голенькие совсем, замерзшие. Олень. И звезда. Восьмиконечная нынче в моде звезда. Хотя пора, наверное, уже возвращаться к пятиконечной, учитывая последние события. Все-таки никто у нашей армии, ни у советской, ни у российской, не отнимал этот символ, красную звезду. Ну, очень неплохой дворик.
на Партизанской. Я его уже хвалил, кстати говоря. Правда, снимал немножко с другого ракурса. Надо отдать должное. Вот видите, я не все ругаю, не все критикую. Этот двор новый, в так называемом новом городе. Если он снаружи там достаточно неприглядный и промышленный, то, по крайней мере, вот во дворе все весьма уютно, надо сказать. Ну, конечно, это не Иркутск, и тем не менее, все очень даже по-человечески, скажем так, да? И архитектура здесь вполне человеческая, такая достойная. Вот в такой дом приходить вечером, в такой подъезд приходить вечером, извините, не стрёмно. Все-таки хоть как-то это оформлено как входная группа. Да? Ну, с Новым годом, что я еще могу сказать?